Кем вы работаете? Водитель на маршруте, на маршруте, автобусе. Что вы можете рассказать по поводу вчерашнего инцидента, который имел место во время передвижения по городу? Взял я манила пассажира, он зашел, кинул деньги, ну вы, я думаю, это привыкший, без маски. Я говорю, мужчина, оденьте маску, без эмоций. Пошел назад туда. Я чуть-чуть погромче. И пошло. Кинулся ко мне, давай выходим разбираться. Я вызываю полицию, как это ты так можешь, ты имеешь право обзывать человека, это вообще, не, ты его не знаешь, материся. Слушайте, я вас сейчас прошу, это имело место именно в момент, когда вы ввели транспортное средство? Нет, я на остановке. Что имело место, какие действия происходили дальше? Ну вот я объясняю, я вызываю полицию. И будем разбираться. Он да, вызывает наши материться, и сейчас будет говорить фамилии. И меня вызывал, давай пойдем разберемся с тобой. Говорит, ты что, я с тобой буду разбираться, кто такой, что. Понятно. Да, да. Потом он туда пошел назад, одел он маску и обратно начал материться и уже хотел драться со мной. Вот человек между нами стал. Вам знаком этот парень? Да, да, он со мной ехал сзади. Сотрудник пограничной полиции. Да, да, да. И вот он стал между мной и им. Тут размахнулся, этот увернулся, попал в девушку. И естественно, этот схватил его за грудки. Я увидел, что такое это положение. Того, чтобы не бить его, чтобы не быть самим виноватым, пассажира бить, надо его просто успокоить, держать. Этот мужчина тоже, который он сначала вышел, увидел, что девушку ударили, зашел, и мы троем его скрутили. Вот сколько крутили, столько он руками махался. Как вы оцениваете? Я оцениваю действия вашего сотрудника. Ну, молодец, он встал, заступился за меня. Не кажется, как он себя может повести. Это нормально, все отлично. Я доволен даже. Человек не отошел в сторону. Хоть он был не при исполнении, не по форме, но защитился, влез, дождались полицию, приехала полиция, правда, он там карабин какие-то был, он уехал, но он приехал в полицию и написал заявление, сняли по